Может, он подпрыгивает, мне кажется. О, капец, он быстрый, Юра! Я могу тебя сейчас потолкнуть, ты на 50 баллов проедешь. Здорово, дорогие мои, с вами Катя Юра Штопкин, и вместе с Кузакином мы сегодня играем в GTA 5 и снимаем для вас прикольное шоу, которое будет называться «Узко-низко». Всем здорово, дорогие друзья! А то есть мы будем ехать на машинах, чем дальше мы проезжаем, тем ниже становятся вот эти вот... Что это, поребрики? Шлагбаумы. Ну, поребрик немножко другой, но такое тоже, кстати, есть. Короче, ребят, смотрите, в конце проехать максимально сложно, потому что даже персонаж здесь буквально пройти не может, но есть супер низкие тачки какие-то, которые проезжают на финиш. Напомню, что 50 баллов, то есть гол ворота, вообще здесь бьется крайне сложно, поэтому от удачи и от рандома очень многое зависит. А что ж, давай сразу сходу с тобой по тачке. Ребята, погнали, первый раунд больше жеребьевочный. Ну и, ребята, используем абсолютно все, даже GTA-шные машины. И вот тебе, пожалуйста, машина Джеймс Бонда. Ух ты! Ух ты, а у нас примерно одинаковая с тобой. Вот это да, прикольно. Ну, наверное, да, только ты как будто повыше. Ну что ж, окей, надеюсь, это типа закосочка на Aston Martin DB5, насколько я помню. Машина-то интересная. Она у тебя тоже GTA-шная? Не заметил. Бляха-муха, да. А ты что там сделал? Я нажал правую кнопку мыши и сходу стену просто занесло. Я забыл, что когда нажимаешь на мышь и поворачиваешь мышку, рулит машина. Понятно, так нет. Я как будто должен... Да, я как будто должен, я видел прям. Ух ты. Так у меня она не GTA-шная, она у меня ванильная на самом деле. У меня тоже не мнется. Не, ну ванилка GTA-шная, я имею в виду, это одно и то же для меня. А аддоны это... А у меня аддоновская, то есть такой нету в GTA машины-то. Почему? Как бы видишь, какие у нее колеса другие? Там есть обычная, а это прям модифицированная какая-то. Там же ростер вроде есть. Нет. Это изменёнка. Все может быть, так сказать. Ладно, машину можем бросить здесь прямо. Балл можем за тобой. Разницы нету. Да, плюс один балл, ребята, 29 у меня, 28 у Кузакина. В принципе, неплохо. Кстати, а можно не считать баллы, а просто разницу писать. Так тоже удобнее. Ну, кстати говоря, да. Облегчение. Зато лишний раз считать не надо. Так, ладно, поехали. У меня три машины, у тебя две. Первая, Канканыч, это высоко. Ой, а вот это считается же, да? Конечно, все считается. Блин, что-то второе. Хорошо, Юр, тебе она понравится. У тебя тоже, я вижу, какая-то низкая Динка Джестер там есть. Да, Джестер прям неплохо, это действительно хорошая машина, которая, кстати, даже, мне кажется, потенциал имеет для того, чтобы до финиша. Ну, у меня вообще машины без крыши, чтобы ты понимал. Сейчас мы проверим, кто быстрее. А ты где, Юрочка? Ты пропал? Я улетел. Так, а у тебя СФ-ка, да? А, нет, это Ростер Сиан, окей. Ничего себе, он разбирается. Хорошо, поехали. Погнали, надеемся на 50, да? Ну, я думаю, я могу. У меня прям и форма хорошая. Я тоже очень надеюсь. Вообще. Тоже очень надеюсь. Ай! Ля-ля-ля-ля, давай! Да ты что? А я застрял! Ты чем зацепился? Я не знаю, Юр. Она вот этой... Она, кажется, проедет. Сейчас, может быть, задом как-то. Может быть, задом... Ну, вроде Сианы проезжали, на самом деле, и без проблем. Есть контакт. Фух, я уж подумал, что это... Слушай, у меня очень интересная тачка. Ты уйдешь. Потому что она быстрая, понял? То есть, помнишь, как-то пикапчик был на блоках? Вот она примерно так же с места разгоняется. Ну, Джестер, он правда очень быстро, он как Массакр примерно. Они всегда на одном уровне держались. На самом деле, тебе повезло, еще Кабрик достал. По три тачки слава у нас, 50 богу. Баллов и там, ага. Так, Вайпер. Ух ты, а у меня Инфинити, да, машина Майкла и... Ёпамать. И прицеп. О, Ягуар. Интересно, Ягуар у тебя крашит или нет? Так, финик, видим, добавим, а все остальное неинтересно. Так, вопросы ну, только... Ну, вот я на неинтересном поеду. На обычной такой Албани машине. А ты на чем там у нас загрузился такой? Опять у тебя что-то... У меня это Ягуар вроде. Да, это Ягуар. Нифига себе. Я не понял точно модель. Не особо Ягуары знаю, но тем не менее. Не да надо, нет, это, знаю, это, по-моему, опять 50 у тебя, Юр. Ну да, она очень низкая, кстати. Но она примерно формы так же, как и Массакра. Ну да, Джестер. Но не тут-то было, нет. О, это хорошо, хорошо. А чем? Да давай ты... А чем она бьется? Я ж низкий. Да, в GTA, ребята, все не то, чем кажется. О, вот это факт. Хорошо. Пролез, что ли? Да, у нас отрыв в один балл, вообще прикольно, кстати. Блин, придумал. Ты смотри, насколько я ниже тебя. Вот реально смотри. А прикол в том, что у меня подвеска лоурайдерская, и она имеет свойство очень сильно занижаться. Ты посмотри разницу, сантиметров 50, наверное. На бошку твою я ниже. Ну, тебя реально дебильная какая-то.
Это вообще GTA-шная или ванильная? Так, и единственное, ребят, давайте мы с вами кое-что проверим. А именно это крышу. Потому что, мне кажется, крыша здесь... Во-вторых. Давай я тоже кое-что проверю. Она еще починилась. Раскраску, вот винил уберу. Ну, подвески, ребята, у нас стандартные. То есть у меня автоматически машина не покачивается, поэтому... А если сейчас занизим подвеску еще, Юра? У тебя она не занизится? Так она по умолчанию самая низкая, нет? Нет. Нет? Ну, давай, если ты хочешь. Не, не хочу, не хочу. У меня ее нет. У меня есть, все, поздно. Ну, на самом деле, тебе не помогло, проблема вижу. Не в подвеске, проблема в хитбоксе машины. Это ты правильно подметил. Да. Че, 29. Братики мы с тобой, 29. Да что-то. Я большего ожидал от Ягуара. Засланный какой-то кот показался. Очутился. Ага. Так, ладно. Снова по три машины у нас. О, хорош какой автомобиль, Юр. Прям бери, не пожалеешь. Так, у тебя опять там что-то новенькое? Что? Да у меня там такие высокие машины. И я очень надеюсь, что сейчас будет бинго. Да! Ламборгини! Ой, Ламбо. Вот тут, Феррари. Кстати, такое себе. А, жалко, что у нас по три тачки. Вот что. Да так, очень хорошо. А у меня хорошо. Копы, кстати. Коп еще к тому же, надо же. Зеленый там коп. Там еще такой каркас металлический внутри. Нифига это себе, решетка. А это Феррари впервые едет, в отличие от других Феррари. Ой. И как это... Плохо. И это... Это 50 баллов. Ну, да. На самом деле она проезжала уже, то есть у нас попадались на этой рубрике Феррари. Да, она вообще смялась. Хорошо. У меня 28, и я даже тыкаться не буду, брыкаться. Вижу, что крыша прям не ломается, плюс еще полицейские тачки сами по себе ага, не такие. Разрыв 22 балла в этом раунде. Ну, плюс-минус там все равно надо полтинник брать, чтобы отыгрываться. Еще полицай, ну такой. Ёпа-мать, мен полицай будет, вы издеваетесь. А мне вторая понравилась больше. Так, у меня три машины. Ой, Шевроле, но не так. Та рубрика. И Пыжик Ой. Тоже... Ну, хотя он быстрый, но что? Не то. А первая как раз я на ней и поеду. Это Ламборгини первая какая-то. Первая я не вижу. Родстер. Так, ну пускай грузится, такая... надо ее добавить. Давай, Родстеры давай. Родстеры есть, да. В принципе, чё бы нет. Тут две новых машины были, которых я еще не видел. А, это Хуракан, а не Родстер. Ага. Ну ладно. Поехали. Ну, погнали, посмотрим. Ну, это тоже очень низко. Что-то тебе одни это копы падают. Это стандартный хураганчик, не перформанс, но, блин, он тоже хорош. Ага. Но едет медленнее, чем Феррари предыдущая. Ты там воздушный карман бери. И у него коллизия нет, дебильная. Мне кажется, здесь нет воздушных карманов, но... Помнишь, я тебе говорил, что у полицейских машинах мигалки не ломаются? Вот смотри. У ага. Адамовских вообще ни в одной никогда не лопаются. Ну да, что-то ты там вообще застрял. Ну да, ребята, 26 баллов, и моя остановочка это 100% инфа. Ну да. Ага, у меня, по-моему, так, 29. Сейчас еще одну попыточку на Верочку. Нет, Верочка сегодня не с тобой. Да. Но в любом случае, у тебя пока все получше. Не насильно, ой, господи, но получше. Где я? Да, неплохо, неплохо, мне все нравится. Я понял. Ты куда там все время телепортируешься? Покатался. Да еще себе машину получше. То влево уходит куда-то, то телепортируется. У Юры что там какие-то дела. О, сегодня странный день. У меня очень низкая машина, кстати. Ой, блин, тебе повезло. У меня что-то какая-то дребудень. А что за фургончик такой? Это стандартный. Но не, я, наверное, такой. Боюсь вот эту штуку брать. Хороший драгстер. Ну, конечно, не факт, что он сломается. Вообще, в реале, блин, от него бы ничего не осталось, потому что они буквально из пластика. Давай проверю, ну, просто ради прикола, ладно. Я знаю, что... Но, на самом деле он очень быстрый, может за счет скорости как-то еще может... Да я уже знаю, что это будет фигово, потому что он подпрыгивает, мне кажется. О, капец, он быстрый, Юра! Я могу тебя сейчас подтолкнуть, ты на 50 баллов проедешь! Так, тихо. Он неповоротливый от слова совсем. Похоже так, что я и так проеду на 50 баллов, но... Ну слушай, нихера ты пробрался так-то. Да, неплохо, он прям как бур. Так, я проехал, хорошо. О, как минимум поздравляю. Мы аннулировали. Преимущество твое. Но! Ага. Не скажу, что это было легко. С этого начнем. Ага, а он не сдается, он реально мнется. Но. У него прикол в том, что у него каркас безопасности металлический, наверное, внутри все равно. А, ну не, спойлеры даже не гнутся. Я думаю, 28 остановочка, да. Слушай, в любом случае. GTX еще к тому же, как видеокарта. Ну да, да, заряженная машинка. Так, у тебя две тачки, и давай два очень больших, здоровых. Не, давай два маленьких. Так, мне не нравится твое проклятие.
Эти проклятия, это... Да ты что сделал, Юра? Юра! Это нечестно. Вообще молодец. Блин. Слушай, на самом деле, похер, что ты возьмешь, мне кажется. Не, ну это если хотя бы будет 24, наверное, 25 это будет. Я не думаю, что настолько все плохо. Ну, посмотрим, посмотрим. У нас самая имба была, это, короче, робот попадался здоровенный, еще что-то здоровенное, типа крана, и там то ли 5 баллов было у кого-то. Но это было нифига себе. Это настолько, конечно, жестко так достать две тачки. Ага. Но я в этом, кстати, мастер. Я люблю такой херни создать. Так, а у тебя, кстати, верх-то гнется, нет, металлический? Я вот надеялся, что он гнется, а он вообще что-то ему пофигу. Ну, в любом случае, я на финиш не доеду, хоть у меня одна из моих любимейших тачек, это Ferrari 812 Superfast. Ага. Но... Крыша не. Ну хочет. И слава богу, отрыв-то небольшой будет тогда, у меня 22, я даже пытаться не буду здесь. Ой, 22 это вообще хорошо. У меня 29, ребята, и прям в карман-то 7 баллов, как... не лишние, не лишние. Как понять, что хорошо? Для кого как. Все хорошо, что у нас больше. Так, ну давай, опять две машины у тебя, три у меня. Так, неплохо, неплохо. Самолет, куда вы сегодня улетаете-то все время? Вот это хороший вопрос. Так, а у меня что-то подроб пока печать. Альна! Не хасит! Че там? Ты кто? О-о-о! Хороший Кока-Коля. Этот. Типа как его? Скажи мне, скажу тебе, типа. Тесла трак есть, Семи называется, или что, типа того, Семи, как он правильно там, электричка. И вот, типа, у него такое название было Кока-Кола. Сема, Сема, да, помню ее. Ну, что-то такое, да. Славянская Сема, вот... я еще шутил, Сена. Ну да, типа того. Так, ну слушай, у тебя машинка маленькая прям. Да, я не знаю, что это Порша, Поршак старый, прикинь, да а у тебя это какой-то Porsche. Там... У меня не дорос. Да, не дорос, GTA-шный. Так, Порша, я не понял. На самом деле, балл проиграть-то не жалко, жалко то, что три машины на спаун будет. Ну слушай, я на такой здоровенной херне, типа, в принципе, с тобой почти доехал. Да, очень почтенно. Но я даже не гнусь, не мнусь, да. У меня тут варяг вообще нету, никаких. Угу. Вот я смотрю тоже. Можно занизиться, ниже. Может быть, не? Не думаю, что это поможет. Редко бывает, что помогает. Но в любом случае, примерно как Ягуар, короче, такая же история. Порш вроде маленький, а толку от него... Сейчас проверим. Немного. Сейчас так, ну проверим. Да, это в базе у меня был. А правда, я что-то хуже, лучше не становится. Ладно, 28. Ты в любом случае чуть дальше, одна машинка у тебя, ребята. Продолжаем наше сопротивление, давай. Так сказать. Давай теперь тебе две машины большие. Только не мне, пожалуйста. Да не мне ж сказал, блин. Это типа X5. Да, это X5, типа китайский. Ой, да, реально китайский. А меня собрали дети, и я еду очень неплохо. А-та-та. У меня башка моя вылезла. Ну, это нормально. Лего сломалось пластмассово. Это самая плохая моя тачка сегодня, Сайс. Сколько? 25. Ага. Ну нет, не проеду. Мне спойлер мешает, мой леговский. Ну лего-тачки, они, да, они капризные, на самом деле, я помню, в принципе. Их, на самом деле, не так много, их там штук 5 или 6, всяких разных. Ну у меня 28. Зато они интересные. Да, чуть дальше буквально, ладно. Хорошо, ох, что три машины опять хорошо, за тобой. Больше шансов. Ахалай, махалай, низкую тачку давай. Ну почти. Так, неплохо. Ну, тебе даже лучше, слушай, выпало сегодня. Две тачки что-то даже круче, чем три. Так, ну такое чувство, как будто Курумчик-то похуже будет. Слушай, а у тебя интересный родстер такой. Да. Ни хера он переключил передачу. Да, он еще занизился, прям ты видел. Ты его прокачался? Ага. Ну как? Низким сделал. О. Ах, давай. Ах ты жопа. Давай там, и пока. И молчит, сидит. Иди отсюда. Так, а что в допах есть? Ничего там нету в допах. Какие-то лампочки, какая-то херня. Но у меня подвески нет. А, ну хорошо. Что, снова один балл за мной, видимо? Может быть, даже два? Чувствую, мне надо в конце камбэкнуться и просто на финиш приехать. Не-не-не, вот это ты всегда любишь делать. За один раунд берет, там кузак уже расслабился, он за один раунд берет и выигрывает меня. Смотрю эти серии и просто плачу. Не хочу прям тебе отдавать победу в этих баллах. Ладно, у меня 29. Еще минус колесо. Давай. Так, да, опять разница в балл, 29-28. Блин, ну давай, давай, что-нибудь низенькое. Массакру еще одну. Давай, это давай. Мне кажется, шансы достать массакру намного выше, чем что-нибудь другое. А что, массакра, думаешь, ну... круто? Ну да. Блять, вы все... Ну так, стоп, это одна и та же машина.
Нет, не одна и та же. Вообще приколист. Не одна и та же. А мне что брать? Так у тебя Феррари, это очень хорошо. Она вроде, кстати, еще и приезжал. Вот. Еще и Ниссанчик. Мне кажется, она не проедет, конечно. Ее спойлер мне пугает. Все может быть, но фургончик куда хуже. Ну да, да. Это, наверное, приедет к китайскому. Если... Что-то мне прям сегодня эти феры нравятся, они хорошо едут, давай! Она должна проехать, она очень низко. Она застревает? Сейчас. Так, а у меня еще хуже результат, 23 балла, и фургончик тоже не хочет. Это твой антирекорд сегодня? Да. Так, подвесочка есть? А то Кузаки там, смотри, какой-то хитрый, подвеска херачит. Да. О, у меня 50 баллов, Юр. Все. Это из-за того, что ты подвеску понизил, да? Да. Окей. Так, 23 у меня, то есть, ну и, подвеска в принципе, решает. Тут без вариантов. Что ж, предлагаю... О! Заключительный раунд или что ты там предлагаешь? Да. А что ты увидел? Ну, я, наверное, не проеду, как-то на сторону застрял. Player. Застрял я прям... А, ну да. Это у тебя прям крыша начала мяться там, да. Ну это классика, прям классика. Так, ладно, ребята, давайте, последний раунд. Давай посмотрим. Ой, хорошо. Ничего себе, какая первая тачка сразу выпала. Да, только она должна была прийти раньше, нехай себе так. Не-не-не-не-не-не-не, давай без 50 баллов. Так, что брать? На самом деле, как обидно, ты посмотри, какие две тачки упали. Вот, беру, вот мне надо было, чтобы два раунда они упали. Да-да-да, это печальненько, просто. Типа, очень имбовые тачки. Да. Блин, и самое тупое, тебе упала тачка, которая у меня сейчас на финише стоит. Серьезно? А, она же это, амфибия. Я могу еще пострелять. На! Ну да, она стреляет, но прикол в том, что я без понижения подвески на ней проехал. Типа, да, сразу врезался, но она проехала. Ага. А, ну у меня крыша, в принципе, нормальная. Как ты проехал, интересно? Ну, отъезжает. Но задом, проехал. Может быть? Без понижения так. Подвески еще. Вот так, наверное. Да. Оп. Ага. Ну да, под углом. О, ты тоже проехал? Да, я видел, что она проезжает, это было ощутимо, но ну, все-таки хотя, да, перевес нормально. В одну тачку, да, это, ребята, уже, к сожалению, проигрыш. Но, тем не менее, у нас сегодня очень хороший показатель, смотри, 7 машин, это да, прям, да. Прям хорошо. Хорошая серия. Что ж, ребята, такая серия, лайки, комментарии, подписочку, напомню, ребята, что ролики выходят на Дзене, на Ютубе, ссылки в описании, кому интересно, залетайте, ну и смотрите нас, всем пока. Всем пока.